Кто-то в середине подключался к нам или нет? За последние полтора часа уже эту первую карту два раза убил. Вон, сейчас подойду. Так, все, знаки я раздал. Так, стоп, Леха, я забыл тебе еще эти отдать. А прокат это Фарада сказал, да? Да. Там сначала белая стая ходила с героями убивать, и тогда потом еще... Фарада, давай спустимся к каналу, не лишь поговорить надо. Раздавака тут? Так, а вот с Джайны лут идет в сундуке? Или? Да. Я просто не знаю, меня не брали вот два раза, я бы цветение бы взял. Нет, ДПС вырастет сразу в 1000 на 3. Дверь открой. Тих. Кирс. Я смотрю просто. Что тут по тактике на милика на этого босса? А так на мага лучше. Паладином ты тут нихуя не... Профитнее будет. Какого мирика? На фурика. Бьешь большого, появляется мелкий, бьешь мелкого. Мелкого подведут под босс. Для хилов маловато. Могу дружить. Да ладно, пока кикну спать, мешает паладин. Ну и понадеюсь на него. Потом перекину. Дальше. Не остался я самонуть. Гирка, тебе с антенны написал, ты видел? А чего? Что с антенной написал? 1400. Всем, брат. Не понял, кислый. Анты с нами в рейде не было. Ага, сейчас сниму. Отходил просто. Короче, это... Сейчас 3 минуты и начнем покурить. Как думаешь, если в ФГ посмотреть насчет продажи убийства, через сколько здесь будет алики? Через 2 минуты. Можешь Хильди спросить. Что спросить? Может, кому надо убийство первой? Давай, кричи, отпиздим всех. Ага. Расстреляет из пулемета. Сейчас там биг бабл. Ваншот ванкил.
Мое первое убийство, первые каты было в 5 часов длиной, потому что тут было 3 рейда наших и 3 рейда аликов. И мне это не понравилось. Я там на починку только 500 голды отдала. Кирс в хила спекнешь. Потом, ребят, скриньте, у кого первая ката, квест открытый, убей это в таргете труп этого и рекаунт, чтобы вы были видны. Будете потом писать тикет. А также рейд в полном составе, открывайте скриншот. Там уже созданный тикет на первую кату, вы можете просто его дополнить, просто убить. Так нам нужно наш отдельный. Просто скрины нужно будет, их правильно нужно будет сделать. А, я видео как-то писали в не том, и они возмущались, что типа, чего вы не туда пишете, пишите. А кого вообще первую кату делаем? Реча, Сантей, Тимыч. Вся гильдия уже апнет первую кату, и они все будут со второй. Понимаешь, мне первая ката... Нихуя не даст. Но все-таки кто-то должен вагон идти. А потом перед пенсией будут эту монетку крутить. Алло, Гена, раздавайки за первого босса, дай ГП за пуху. Он все-таки ее решил оставить. Сколько? Я не знаю, сколько она стоит. Раздавайка, напиши. Левая рука 389. Вот именно. Блять, я думал, там 1500 как пуха. Фу, блядь. Нет, левая рука дешевая. Ловкая у тебя левая рука. Я думал, что он там мнется 1500 тогда, как бы получается. А тут. Ну, типа, знаешь, он меткость на крит поменяет. Разве что. Там. Не сильно много профита, только если у тебя меткости перекат будет уже. Все знают, что делать, если кому-то надо объяснять. Можно. Я думаю, на ранже просто все стоят и все. Ретриком не бить. Вагов, хила, настало твое время. Короче, раздавака. Стоишь в энхе. Где-нибудь со стороны подхиливаешь людей. На рендже, на максимальном рендже от других. Под босса не лезешь. Лага тоже может где-нибудь там сзади постоять, похиливать людей. Ретрик. Я предлагаю просто их кикнуть и ебань давай. Да, вся мили-зона бьет босса. Трэш подводит под босса, кливает. Вся РДД зона, бьете тупо трэш. То есть сначала бьете босса, появляется трэш, бьете трэш. Мана я в танке или сове? Ты в танке лучше побудь, больше профита будет. РДД вообще... Это... Гена лучше спекнет хила, больше тоже профит. Ой, блядь. Дальше следующий нюанс. Тем более вы по мане садиться будете друидами. Дальше следующий нюанс. Короче, смотрите, основные моменты босса. Мана заканчивается. Значит, надо ее отрегенить. Одевайте все на манореген хилы. На манореген маны именно. Потому что ману будет сосать жестко. Дальше РДД то же самое. Желательно, чтобы у вас тоже мана была постоянно больше 80%. Потому что если у вас будет меньше 80%, вас убьет, вы взорветесь в рейде и положите еще кого-то. Все вокруг босса стоите разрозненно. Полина за боссом, хилишь танк. Можешь накидать людей в первую, вторую, четвертую пати? Нехило. У меня еще вопрос. Просто только 5 панелей. Кого приоритете хилить, накидайте. Сейчас этот, дальше. По поводу РДД зоны. Все растусуйтесь по лево, право, сзади босса.
Кир, стоишь сзади босса, хилишь. Полина, перед боссом стоишь, хилишь танков. Я справа стану по хилю, все остальные хилы на рендже друг от друга, стоите, хилите рейд. То есть Матиолы слева хилишь босса, вместе с паладином, Йена там сзади вместе с Кирсом, Элбрил может с той стороны быть, где и Полина. Я там вместе с адмиралом буду справа. По поводу гимнов на ману, скажу, когда давать, только будете давать по очереди. Потому что мана будет садиться очень сильно, все гимны на ману понадобятся. По поводу дефа на рейд, в принципе, тут нихуя не убивает такого в сауешке. В принципе, милики тут должны быть топ-1. Чем быстрее милики загасят босса, тем легче всем. РДД, подальше только от хилов стоите, пожалуйста. Сейчас, короче, смотрите, что делаем. Пуляем босса, норглет на боссе. Норглет на боссе, если будешь трэш собирать. Подводить под босса. Этот, все остальные РДД. Дальше это. По поводу... Чего еще? Если вы сдохли, значит вы прибежали, резнулись и сразу восстанавливаете ману. Или вас сразу же убьет. Так что смотрите в этом плане. У нас же есть маги, пусть поставят столик. Да, поставь столик, возьмите все хавки, хилы. Ты в хиле или нет? Да, естественно. А чё, у нас ретриков нету, мана регена тоже нет. Может, сурва лучше? Ну, сурва, да, получше будет. Суманить тогда. Ретрик не будет бить босса. Если чё, во втором окне друидом буду. Если надо будет Тиндер там или Бер попросишь. Сумните. Это больше не сложно. То это... Игра в хилов вливаете. Рассредоточьтесь все по этому. Местных рейнджеров друг от друга берите. Мага, дай кулак по аварам. МП5 желательно кинуться на друидов. Так, я напоминаю... Кто ничего не бафал. По хилам хотя бы накидайте. Тыкните. Так, место на РТ есть? Сейчас первая карта. Стой, сейчас это еще один покупатель на первую карту. Серьезно, вспомнил шелфу? Так, тут типа, ну я просто когда-то делал, ПВП-шеры не надо, да? Только ПВЕ все. Да, тут нет Олег. А, все окей, давайте туда. А тактику можно вкратце? Что мы так и не сделали так? Просто бей. Кните, просто с ума. Умер, прилетел, резнулся. Бьёшь. Понял. Может, 300 МП5 дадите? Сейчас дам я. А рыбы не было, да? Хотел рыбу. Была. Поехали. Смысл? Да, пускай будет. Бурштанов лучше. Пула. Вага, сядь на маунта с починкой, если есть. Да, хоть какая-то просто будет. Я сейчас сяду. Ну, смотри, сколько джинсов стоит, блин. Да нет, в смысле он будет вообще ФК стоять просто. Кулак, каску по друидам обновить, пожалуйста. Чё Мозер сдал? Сервак? Нет. Чё Мозер? Понял, меня выбило. Сейчас. Под боссом не надо ставить джипса. В сторонке, вот сзади. МП5 дайте по шаману. Мозер, иди отрегень ману на рыбе без хилища. Клянина, говорит, поди деф. Мы начнем, нет?
Вага, чё ты бафал? Кинем по 5, если ничего не кидал. Кула. Пианиста, чё ты бафал? А что тебе надо? МП5 дай. По шаманам, по друидам. Ты есть у друидов? На мне все три бафа нет. Все, все готовы. По готовности подъехали, я раз. Элгар уже сзади босса стоит. А, все. Около меня. Снимите моба. Если забираем. А у всех лагает дико. Да. Это должно. Это тактика. Ёлка. В смысле, как упал? Блин, зачем ты его забираешь? Ты сказал, ты упал. Какие-то вообще непонятные ваншоты. Что-то складывай. Чего темное гниение стакает? Это 4,5 тысячи. О, Алик. Вага, Ренхи, вперед. У меня Т5 отключилось. Я тоже. Тимыч, дай иннер, пожалуйста, если есть. Или кто-нибудь на народ. Тоже бы не. Да, тоже. У кого остался? Дайте. Сейчас подключу, да. У всех поход Т5 отруби. Нет, ролл работает. Черт,
40 секунд ФК что. Да. Почему 40 секунд? Моба заберите. До воскрешения, просто долго. Когда подряд там умираешь. Наступление. Если есть варик, снимите. Понял. Волшебный огонь обновите. Два, пожалуйста. Еще 30 секунд до риса. Резать. Чё, не вставать? Нет, хивы. Встаем, нет. Дайте им хп, если у кого есть. Моба заберите. Даю. Делорос, подлезь чуть на ману. Почему хилы лежат? Резать? Хил, хил. 2 минуты до воскрешения у меня. Всё, нет у меня. Защищение. Подняли. Захил. Только подлетел, меня тут уебал. Захил. Всё, нет у меня. Блять, там 3 ляма осталось. 2%. БР танков. Я уже полетел. Воскрешаюсь. Не успели. Пиздец, А чё, блядь, так плохо всё? А где эти ебучие олени, нахуй? Заявляйте, босс. Чего туда лететь? Видите, все тут, он сейчас штамп появится. Неужели так сложно было ДПС? ДПС не дашь, что 5 отключается. Замили костой добей. Рыба. Гимны откатили.
кулак дайте поварам. Позиционку. Товарищи дамагеры, напоминаю, все вот эти пакости, которые кастуют темноту, там проблемы с манной, все это делают мелкие, это не босс. Мелких нужно заливать моментально. Все, все здесь, поехали. Не сейчас. Ехать сразу. Кого возьми? Маленький за боссом. Чё это такое, я не знаю. Это... Не бафните, пожалуйста, сейчас вам. Браво, моб. Монара, дай инер, если есть. Инера растет. Дайте не папа. Лёха, дай гимн мана, нет? Да-да. Говори.
Если есть кто сзади босса, киньте и на... Сейчас повторно резерву давай. Елку. Где? Че, не засчитала? Как-то изи. Сука. А у кого-нибудь рекаунт есть этот? Да, я тебе могу дискорд кинуть. Кто тему будет создавать? Кинь дискорд, пожалуйста. Сейчас скину. Хрена не засчитала. Да, ну не засчитывает, но тем надо отписать на форум. Кто будет создавать, чтобы я сказала? Берете в таргет босса, открываете квест. Футинку кинь, не футинку. Скрините все это, чтобы рекаунт, вы в нем были, в рейдовой группе, чтобы вы были видны на скрине. В флодилку кинул полный разверт, ну, полный разверт по рекаунту. Ибо, потому что у меня... Все же, рейд скиньте. Скриншот рейда сделать. Чего? Ребят, ну, в этот рекаунт забагался, прошлый скиньте, два раза жбили. Урон наведите, что показывают, да? Урон по родонирусу. 500, говорю, начистишь и... А, да, сейчас.